Москва. Лето 2010 года. Стоит невероятная жара. Все люди лежат на холодных, более-менее прохладных полах. Подняться. Любое движение вызывает невероятный жар. Смог застилает улицы Москвы. Именно исходя из этого, я решаюсь покинуть это место и отправиться на Черное море и окунуться в удивительную, невероятную, то, что, как говорится, и называется панк-культуру! Вау! Кубана и панк-культура! Страшные грязные панки! Итак, запускаем интернет. Ищем ответы на все наши вопросы. А именно, первый и самый важный вопрос, то, куда мы отправляемся, под названием панк-рок. Гаражный рок. Возникновение США и Великобритания. Годы расцвета 76-79, смыслом которого вкладывали ранние панк-группы в свой жанр, было стремление играть главенствующее над умением играть. Культивировались нарочито примитивная игра и задорность раннего рок-н-ролла. По-моему, все понятно? Вперед, будем слушать самые разные формы панк-культуры. Ну, где-то так. Я проснулся. Ты страшная жара. Я весь в поту. Вот, люди тоже, но при этом очень счастливые лица. Это жарко, говорят. А почему? Ну, кто секрет? Мы едем на Кубану. Потому что пил что? Всемирный потепление. Тире апокалипсис, правильно? Потому что мы едем на юг. Все правда, что ли? Да. Это мои друзья, кто он со мной отправился. Ваня наедается на неделю вперед, видите? Вот. Ваня с душой очень классно. Женя не ест ничего, потому что она хочет воспринимать музыку в непосредственном его чистом виде. Да, Женя? Да. Действительно всемирное потепление. Я думаю, что когда китайцы откроют могилу Шаньнуна в 2012 году, тогда все будет. Все отправляемся в место Анапы на могилу Шаньнуна в Китай. Мы в Анапе. А это? Принцип выживания, как говорится. Вот. Следуйте за нами по маршруту и откройте для себя очень много новых невероятных открытий. А именно впереди море. Это мы в ожидании, так сказать, автобуса. Мы решили не брать такси, а показать вам маршрут в подлинном его виде, как все двигаются настоящие туристы. Под деревьями, вот, так сказать, южное происхождение, которые почти что засохли, да. Это тоже, видимо, видите, это уже это ребята направляются на Кубаны. Я тут где-то даже видел у них надпись. А вот и первые туземцы, которые собрались уже в отпуск. Вот для чего туда едете, признавайтесь? Отдохнуть. А куда мы едем? Что? Что хотите там? Вот уже первый, не плачьте, не надо. Мама, привет. Хочу услышать шум прибоя, тишину. Вот они. Пока еще, правда, не очень счастливые. Очень почти это. Ну, в предвкушении, правда? В предвкушении, вижу уже, да. Скоро я вам покажу их более счастливыми. Рудничкам. Которые растут. Мы Ване подбираем образ. Вот это классно. Это клево. Ой, Витас. Хочешь такой? Витас? Да, да, о! Смотри. Конечно, мы же на Кубаны поедем. Ты же Ванечка. Ты же Ванечка. Да. Ой,
Кубанисты. Где гитара, где галуша? Буду разливать, братишка, мать изводил. Кучи-кучи, мэн. Фестиваль уже начал. Пригоди мое поле, мама. Мне все, что хочешь. Вы представьте себе, что это прямой эфир. Это, представляете, это мы еще пока едем. А что с ними будет дальше? Привет, привет. Я еду на Кубану. Ну вот мы и добрались до места, где, собственно, и произойдет это удивительное событие, а именно музыкальные ритмы, связанные с морской стихией. Пока что это еще, видите, сцена в разобранном виде. Завтра здесь прозвучат первые, так сказать, звуки удивительной музыкальных композиций. А все вот это наполнится колоссальными, так сказать, скоплениями людьми, которые влюблены в эту музыку. Поэтому все, что я могу сказать по... Первым ощущением этой атмосферы, это именно то, что морской воздух наполняет невероятным ощущением какое-то умиротворение и благодать. Если музыка отзовется в нашем сердце так же, как и эта атмосфера, я буду считать, что катарсис достигнут. Вперед, друзья! Прорастает просто, baby. Вас познакомить еще с двумя представителями, так сказать, музыкальной элиты. Они очень внимательно готовятся, так сказать, вдохновляются пейзажами. Но прессу, как все, не любят, да. Ну что поделаешь, пресса навсегда так нелюбима, но очень нужна. Ребята, не волнуйтесь, я вас больше не потревожу. Спасибо. Интервью взято. Женя, ты была у нас спасительницей, а это Будда. Будда. Ноги. На фоне заходящего солнца. О, смотри, Женька, иди сюда. Видишь? Да. А коммерция тоже, видите, завоевывает свое же пространство, чтобы и музыку, и тело наполнить непосредственно своим жизнью. Жизнь наполняет душу, а все остальное наполняет тело. Тело должно жить. Победа! Еда. Ваня, иди сюда. Ой. Ну вот, значит, Остров Свободы принял нас. Меня, Ваню и Женю, которые сейчас, так сказать, у оператора, да. Рядом находится одна пресса, вторая пресса, третья. Я думаю, что здесь будет много очень интересных знакомств и много открытий. Поэтому ждите, я вас не подведу. Открою самое сокровенное на этом Острове Свободы. Кубан. Привет. Первый день Кубаны открылся пекучим пеклом, и мы с Ваней пытаемся выжить этом невероятном солнечном аду. Но мы ждем с минуты на минуты музыкальные произведения, которые взбудоражат нашу температуру и настроение, и мы наконец-то сможем в полной мере расслабиться. Два слова, что вы думаете об празднике Кубани? Видите, они пока еще не думают, потому что мысли не горят. Два слова, иди сюда. Вот. Какую группу ждешь сегодня? NFX вообще жду. NFX. Чем она тебе так интересна? Потому что я есть лет уже слушаю. Да ты чё? Чем она тебе так интересна? Потому что панк-рок. Это панк-рок? Это панк-рок. Ты панк? Так, панк охуенный это панк-рок. Отлично сказано. Чем панк отличается от всего другого? То, что... То есть они, это музыка бесшабашных пофигистов? Да, чё хочу, ты ворочу. Чё хочу. Это полная свобода. Вообще. Молодец. Поэтому палатку никак не можешь поставить, да? Не могу, блядь. Отлично. Не умею, блядь. Ну вот, яркие представители, так сказать. То есть мы сегодня встретимся с величайшим, широчайшим диапазоном, так сказать, мыслей в области музыкальной пристрастии, культуры и направления. А самое главное, вы не поверите, что в этом пекле действительно хочется чего-то
расслабляющего. Быть может быть, и кто-то нам что-нибудь и подарит в этом направлении. Итак, друзья мои, наступает самый важный момент, так сказать, моего приключения на этом острове свободы. А именно я вас знакомлю с человеком, который, собственно, и создал эту свободу на этом полуострове. Как родилась эта мысль? Что сподвигло? Вообще, откуда этого невероятно? В такую жару, в такие аномальные явления на Земле, когда вообще все кажется, ну, вот просто расползается по швам, вы идете на такой колоссальный шаг. Ну, мы начали это делать еще, когда все не расползалось по швам, это во-первых. А во-вторых, идея, она не оригинальная и лежит буквально на поверхности. Сделать фестиваль на берегу моря. У нас прекрасное Черноморское побережье, оно большое, красивое, известное всем с детства. Все в детстве были или в Анапе, или в Геленджике, или в Сочи, или, ну уж на крайняк, в Туапсе. И до сих пор нет ни одного большого музыкального фестиваля на берегу Черного моря, что нонсенс. Слушаем. Вперед, друзья. А вот так сооружаются баррикады против фанов, чтобы они не слились. Смотри, прямым, да, а потом напрямым направлением и с криком. Молодцы. Мы боремся за защиту рок-музыки. Мы не дадим фанатам подойти к нашим оборонпостам. Ты настоящий рыцарь. Заставь, да. Если мы говорим о свободе, это как-то связано с Че Геварой, да, наверное? Свобода связана в первую очередь с внутренним состоянием вот того, что у нас внутри, да? И неважно, какой образ это, Че Гевара или, там, я не знаю, летящая чайка или морские просторы. Но это внутреннее состояние, к которому мне лично хочется стремиться, и чтобы все вокруг дышало этим же. По какому принципу отбираются группы? Или идет приглашение, и какая группа отзовется? Или у вас есть какое-то свои личные пристрастия по созданию единого образа? Мне всегда хотелось бы ориентироваться на коллективы, которые не исполняют, ну, я это называю нудянка. Мне нравится музыка жизнеутверждающая, энергичная, яркая, к сожалению, которую достаточно редко можно встретить в так называемой русской рок-формации. Но именно поэтому мне очень хотелось бы, чтобы со временем фестиваль Кубана был международным прямо во всех смыслах этого слова и был первым опен-эйром в России именно в европейском понимании этого слова, когда 80% коллективов приезжают со всего мира и только 2%, 20% это локальные местные коллективы. И весело понеси бревнышко, припрыжечко, хорошо, давай, ребята. Я как всегда. Чем удалось заинтересовать зарубежные коллективы 12 часов ехать сюда, испытывая невероятные перегрузки и все-таки прибыть сюда и рассказать о себе? Да, дело все в том, что это работа для всех, да, ни для кого не секрет, что большинство зарубежных артистов все лето гастролируют по летним опен-эйрам. И вдруг появляется опен-эйр в России, на который тоже можно ехать, можно выступать и, ну, как-то не странно, зарабатывать определенные деньги. Почему нет? Это жара, ребят, 50 градусов. Но это легче переносится, чем в Москве, да. Итак, хотя стоит огромное, так сказать, жара и пекло, вот эти собравшиеся все равно собираются отправиться в фан-зону. Что ими движет и что им влечет, сейчас мы, собственно, это узнаем. Глядя, например, на это счастливое лицо, я хочу задать ему простой вопрос. Что такое Кубана? Это офигенно. Это все, что ты можешь сказать? Да, я просто очень пьяный. Отлично сказано. Следующая поразительная личность, которая почти что идентична и моей прическе. Вот это. Что такое Кубана? Я первый раз тут. Ты первый раз здесь? Песню, внимание. Живое исполнение песни. Я вот из Ноха. Давай. Олененок, олененок, заскучал один в тайге. Олененок, олененок, олениху бы тебе. Олененок, олененок. Репортаж следует. Смотрите нашу передачу. Вас ждет еще следующие невероятные приключения. Вперед!
Еще бутылка. Мне кажется, у вас очень интеллектуальное лицо. Я мальчик неметный на самом деле. Вот, ну как бы, ну кубан, это хорошо. Хорошо, да, хорошо. Я думаю, через 3 дня ты найдешь, когда ты говоришь, хорошо. Я вас не понимаю. Да, ручку подумал, ручку подумал. Молодец. Кучка. 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 Итак, я демонстрирую перед вами люди, которые буквально за один день достигли уже, как вы видите, своего зрелого периода, то есть непосредственно уподобления африканской культуре негритянской. Некоторые вот, вот обнажили, то есть достигли своего естественного первичного состояния. Ну и каково себя ощущать вот в своем первобытном, хорошем, так сказать, звании, под названием гомолюдус, да, гомолюдус. Я ощущаю себя вот на все 100% на данный момент. Я счастлив, рад, мне безумно нравится все происходящее. Так, вот. Отлично. Ну, спасибо. Какую музыку планируете слушать сегодня? Какую? Сегодня именно? Да. Вообще я сюда приехал на Ляписа. Каждый молится своему Богу, каждый вас... Поспевает свои собственные душевные предубеждения. Главное открытие этого ритма принадлежит именно Ване. Ваня, покажи, как это звучит у нас аматори. На Ляписа. Что да. Тебе в Ляписе интересно? Кирча. Что? Керчь. Переведи. Песня есть Керчь, да. И сама его подача просто-напросто со сцены, самого стиля. Совершенно, ну такой этот анархическим мировоззрением, да, у них очень легкие и спокойные отношения между собой. А ты на какой группе приехал? На Шнура. Рождество, блять, распродажа. Рождество, блять, распродажа. Рождество, блять, распродажа. Рождество, блять, распродажа. На Шнура, чем тебе Шнур интересен? Всем. Чем, ну это идеология, тем, что у него так, у него борода или что, у него может быть тоже пошла. Борода, конечно. То есть мы видим, что интеллект на сегодняшний день уже начинает снижаться. Сложно выговаривать какие-либо слова, поэтому вот если мы сейчас тоже примем вместе с вами, дорогие телезрители, вот такой облик, я тоже скоро начну говорить только отдельными членораздельными звуками. Э-а-у-э-а-у. Скажите, что, как ощущение от этого? Незабываемое. Как это читать? Евгения идет на смелый шаг за жизнью. Жизнь, как вы последний интеллект, как вы это военно делаете. Как ты это будешь показывать? Это в целях лечебно-профилактического характера. Мы ведем прямой репортаж, так сказать, с грязевых лечебных, с лечебницы на грязях. Вот. И обратимся к первым, кто уже почти что, вот, так сказать, произвели очищение. Что они ощущают в этот момент? Чувствую себя грязно. Чувствуешь себя просто в дерьме в полнейшем. Ну что ж, ой-ой-ой, какая красота. Итак, мы вели прямой репортаж, так сказать, грязевых ванны, которые расположились прямо рядом с эстрадой Кубана, где уже звучат, так сказать, музыки рока. И люди вместе с очистительным роком очищают и свое тело. Берите на вооружение, тот, кто хочет по-настоящему услышать рок. Ошметки летели в разные стороны. Давайте. Как у нас танцуют эти самые инопланетяне? Поехали! Блин, еще, пожалуйста, Миша.
Вот так же давай, совершенно очищенный, одухотворенный личный. Красный, волшебный, здоровый, полный сил и здоровья. Им. Подними подмышку. Констатирую факт. 5 часов вечера, очередь стояла с 2 часов. Но борцы за свое, так сказать, право помыться были бодры, веселы. Вот, видите, счастливые лица. Им еще час стоять, чтобы принять душ, но они смело борются. Под ногами огромное море, их это не интересует. Их важен пресная вода. Они хотят опять окунуться в цивилизацию. Да? Все закон! Вы! Отдохнуть, повеселиться. Вот. И хорошо. И отдыхаю, веселюсь, пиво покупаю. Хороший магазин, чудесно. Какой самый такой на группу, на которую ты особенно акцентируешь внимание? Ну вот наиболее весомая группа, которая приехала, это группа NoFX. То есть, ну, как бы у меня вряд ли будет возможность вышли где-нибудь в другом месте. А тут она приезжает в воскресенье, и эта группа мне очень нравится. Что ты говоришь? У нас свобода слова. Свобода слова, да. Я буду снимать. Вот, и вне твоей территории тебя. И покажу тебя на всю Россию. Аматори. Ну, если я правильно произношу. Конечно, сейчас люди, которые немножко помоложе меня, будут кричать, называть меня всякими плохими словами и, может быть, что-нибудь кидать. Ну, первая мысль, которая возникает, когда вот группа очень убедительная, и вот эта убедительность, она сейчас имеет решающее очень значение. Что бы ты ни говорил, если ты врешь, но врешь убедительно, тебе обязательно поверят. Если ты говоришь правду, но говоришь это неубедительно, то тебе никто не поверит. Вот у группы «Аматори» есть такое, то есть убедительность, есть мощь подачи. Ну, образ капризных молодых людей. На своих концертах они создают бурю эмоций, точнее не создают, а отображают. И в эту бурю
как бы захватываются все, это то, что нужно подросткам. То есть вот когда у них формируются все эмоции в этот момент, у них все это формируется очень хаотично. То есть это хаос, из которого потом что-то начинает образовываться. Этот хаос показывает группа «Аматори», как мне показалось. Тревожное ожидание апокалипсиса. Привычный контент в новый контекст. Exactly, yes. Yeah. I can feel it. It's very powerful. Exactly. Powerful. Cheers people, наши земляки, любим наших земляков. Остальное приложится. Это из космоса сейчас связь была.